Знаете, как скажу? Вот где ты готов, пока она готовится. Ни один бармен из города Кургана не заявился. Ни один мужик. Как сказать-то об этом, я не знаю. Парни, ну бесплатно пришли, набили бутылок нахер, налили просто спокойно пару коктейлей, отдали и ушли. Но не с позором. Хотя бы один человек представил город Курган. Тут девушка из Тюмени приехала, и аплодируйте. Сейчас такой пивков грустный. Ладно. У вас тут вот целая сеть, ребята. Палермо, Лондон-Паб, Санта-Фе, Сокол. Че, ни одного мужика не было, кто умеет бутылки крутить? Не учили вас? Понятно. Ладно, готово? Я долго уже говорил, Наташенька, помнится, солнышко. Это единственная девушка, у которой, даже единственный участник, у которого не два стаканчика, а четыре. Сразу. Все. Приготовили. Я бы тоже позвонить, даже попробовал что-нибудь бутылочку бросить, но не буду. Друзья, у кого-нибудь есть какой-нибудь старый добрый анекдот про бармена? Сегодня самый лучший анекдот про бармена получает 500 рублей от радио КТФМ. Чё нет-то? Ты сегодня Лёха обещал, пришел, сказал там за рекламу, сказал еще там что-то. Есть какой-нибудь анекдотик, правда, но старый добрый. Ладно, попробую рассказать свой старый и недобрый. Представьте себе ситуацию, когда приходит к врачу старый-старый добрый бармен, говорит, знаете, ситуация такая, что мне 80 лет, и когда после секса я уже заканчиваю все, я слышу в голове постоянно какой-то шум. Доктор отвечает гениально, говорит, не переживайте, дедушка, не переживайте, это не шум, это аплодисменты! Готово? Молодец, умница, поехали! Наталья Михайловна, два ресторана «Микс
женских руках эта девушка, которая могла держать толпу, которая аплодировала в течение 4 минут. Ни один парень до этого не сделал. Молодец, умница, красавица. Это наша модель.